Салют, друзья! На связи магазин Мустаф, магазин музыкальных инструментов. Сегодня у нас... значит, мы посмотрим, что такое Line 6 Relay G30. Что это за штучка такая, для чего она нужна. Такая у нее идет комплектация. Здесь трансмиттер. Здесь ресивер. Блок питания, провод. Значит, в чем смысл и назначение этого оборудования? В том, чтобы вместо того, чтобы использовать там стандартный кабель, которым вы соединяете гитару и комбо-усилитель, вместо этого вы можете вот приобрести вот такое вот оборудование, которое, по сути, будет передавать сигнал на расстоянии за счет радиосигнала. Вот тут соответствующие каналы. Первый, второй, третий, четвертый, пятый на передатчике. А это получатель. Тут тоже самые 5 каналов, которые вот на своей частоте функционируют. То есть такая радиосвязь получается, радиоприемник. Ну, то есть по типу Bluetooth. То есть вот эту вот штучку и вот этот вот провод вы этот сюда вставляете, этот в гитару. Гитару, эту штуку на пояс, вот сзади. А этот передатчик втыкаете в... питание вот здесь. Питание есть 9 вольт. Вот в комплекте идет блок питания. Здесь, если американская розетка, то можно купить переходник рублей за 50, 100, 150, где какая цена. Ну, на него сюда надевается просто, и все, у вас стандартная вилка для российских электросетей. Здесь батареечки внутрь идут. Вот, две батарейки, одна вверх ногами, другая по-другому, закрывается, включается, все, запиликало. Здесь выбираете канал 1, допустим, на передатчике. На получателе тоже, соответственно, надо будет выбрать канал 1. Его мы сейчас включим в этот питание. В общем, посмотрим, как это все работает. Итак, вот я нашел переходник в нашем магазине с хвостоварами. Вот такой вот переходничок. Сюда его втыкаю. Все получается. Розетка. Ну, вот так вот. Все, получилась наша розеточка. Переходник этот 30 рублей стоит. Посмотрим, как он себя сейчас покажет в работе. Ну, так вот, мы подсоединили в сеть ресивер. Вот он замигал. Причем тут есть какие-то опции. Это off cable tone. Это на... 5 метров, 9 метров, 15-30 шагов. Ну, какая-то модуляция кабеля 5-метрового, 9-метрового. По идее, если 9 метров, он... Ну, я думаю, тут не очень, не особо это все играет роли. Что 5 метров, что 9 метров. По идее, если... 5 метров, то, ну, соответственно, он может на 6 метров обрываться сигнал. Но зато, ну, не знаю, в общем, это надо смотреть и тестить, в общем. Ну, поставим 9 метров. Поставим здесь первый канал. Посмотрим дальше. Так, вот я намутил еще один проводок, который мы одним концом
вставляем сюда. Да, а вторым... Да, вот комбо-усилитель, вот здесь есть input. Вот мы в этот input сейчас его и воткнем. Возьмем вот этот вот кабелечек. Да. И вот сюда мы сейчас его запихаем. Ну и все. Так, теперь гитару мы вот сунули. Это сюда. Это у нас трансмиттер. Все, он сейчас выдает сигнал. Мы отсюда гитару сейчас будем играть. Он должен будет у нас отразиться на комбо-усилителе. Вот эту штуку, по идее, за пояс. Гитару на плечо. И погнали. Здесь вот выбрали тоже первый канал. Ну, сейчас посмотрим. Так. Ну, все, работает. Вот эту штучку мы теперь куда-нибудь там... Не знаю, кто вот так просто на ремень вешает. Прям, да. Кто на пояс. Ну, на ремень нет, наверное. Лучше на пояс все-таки сюда понадежнее здесь. Ну, вот он. Гитара подрастроена, конечно, надо ее поднастроить, вот, но смысл такой, что все работает. Сигнал практически сразу передается, видимо, за счет того, что это радиосигнал. Никаких помех лишних нету, радио никакого не слышно. В общем, качественно сделан. Сигнал, конечно, качественный. Сигнал сразу идет. Да, никаких задержек нету. Вот. Ну и смысл еще этой приблуды, я так понимаю, в том, что если у вас есть несколько трансмиттеров, вы можете настроиться на один и тот же канал на ресивере, то есть один такой, второй такой, и, допустим, несколько гитаристов подключиться в один комбо-усилитель. Ну, вот такой смысл. Ну, так ничего, штучка прикольная, вот походить можно отдельно, попримечать. Так что вот так вот.